что такое-то? Что за херня? Я тут грифера жду просто. Ко мне, ребят, или чё? Здорово. Привет. У меня камера. Ты чё снимаешь, блин? Я снимаю, потому что я... Чё снимаешь, говорю? Потому что я снимаю, я видеоблогер. Чё, ты с Егором пришёл видеться, да? Ты что, брата нашего обидел? Ну, вообще-то я не обидел его. Как вы это поняли, что я его обидел? Слушай, а мне интересно, ты на видео такой борзый? В смысле на видео такой борзый? Потому что вы все там пи***ли дохуя. Потому что он нарушил правила игрового сервера, я его наказал. В смысле думал... нарушил, бля, он брат мой. А ты, говорит, хочешь на снимать пизде, один на один встретить. Сколько на... ему лет, бля, сколько тебе? Ребят, я снимаю, то есть вам как бы лучше это. Да что ты снимаешь-то, бля, бери. Так бы встретиться с одним, что ли? Ну, он сам сказал, что он подойдет. Ты сколько лет вообще? Ты знаешь, сколько Егору, блин, лет, он мелкий. Я не знаю, сколько он мелкий, но я им ничего не хотел плохого сделать. Вот сделал он, плохого, поэтому пришел на встречу. Раз у нас позвал, значит, он подозревал что-то. Что он вам сказал? Хотел, сейчас все сломаю, блядь. Я не хотел вообще ничего плохого делать, понимаете? В чем фигня? Ой, бля. Че такое начинается? Да я хуй знает. Блять, маленький пацан, лучше ты, не бля, снимать, говоришь как? Ему встретиться на каком-то отшибе, блядь, хуй знает где. Какой отшиб, здесь город, смотри. Ну, что ты снимаешь? Мы тебя сейчас просто, блядь, разнесем эту камеру. Да? Тебя заодно с ней. Тут все, машина, ребят, есть. Не будет. Тут, ребят, да, машина есть. Говорю. Тут много свидетелей, я ребят. Машину, брат. Тут много свидетелей, ребят. Вообще. Наше место. Слушай, ну вы же не право понимаете, вы беспредельцы. Вот что вы приехали, ты сбитый стоишь. Ты что, быкуешь, что ли? Я быкую. Ну ты быкуешь же стоишь, что-то. Я что, блядь, ты как разговариваешь вообще, нахуй? Ты сейчас понимаешь? Блядь, один здесь, нас, блядь, четверо. И чё? Да ничего, блядь. Ничего, ты просто понимаешь, какие слова-то, блядь, вообще говоришь. Ну а вы как конкретно претензии, вы, какой блядь, ко мне конкретно имеете? Конкретно претензии? Конкретно сколько претензии? Сколько ты обидел нашего брата, ему? Мы тебе уже это сказали. Я вообще ничего не сделал, понимаете? Ну один хуй, блядь, нихуя себе, бля, мы здесь вот стоим же почему-то же. Бля, если ничего не делал, мы бы здесь не стояли. А что у вас без номеров? Без предельщиков? Блядь, какая разница? Купил машину вчера, ты снимаешь. Ну она же без номеров, без биты хожу, я могу с ножами ходить. Ну ходи с ножами, тебе потом будут тобой разбираться. Тогда это не твое дело получается, правильно? Ну правильно. Ладно, честно разговаривай с тобой. Блядь, короче, ты нас понял? Мы тебя тоже поняли. В общем, блядь, ну, останемся пока что при своих, еще раз такая хуйня повторится, блядь. Приедем уже по-другому разговаривать. Тебе, да. Ну допустим, да. Ребят, я все на видео снял, как бы должны понимать. Вы же должны понимать, что я ютубер, как бы. Это видео я выложу, пацаны. Ты что, творишь глупость, что? Ну и что ты делаешь? Ну и что? Ну, без номеров. Смотрите, вот номера сняли. На BMW приехали и номера сняли. Я заявление ничего писать не буду. Не по барабану. Поэтому, ребят, я просто выложу это видео. Вот, жилой район, все, как бы. Поэтому, дорогие друзья, это сами оценивайте. Я ни заявление никакое писать не буду. Все, что я с ним сказал, это окончательно. В общем, видео выложу. Пишите, что